Разделяя ценности, создаем ценность. Главный девиз компании «Феррера» в России. Ореховая паста «Нутелла», конфеты «Рафаэлла» и «Киндер». Вся основная продукция «Феррера» для российских потребителей производится на кондитерской фабрике во Владимирском регионе. Начиная с первого момента запуска фабрики в 2008 году, «Феррера» постоянно работает по развитию локальных поставщиков. Особенно сейчас у нас есть хорошие интересные результаты в области сотрудничества с производителями упаковки. О своих достижениях и планах представители компании «Феррера» рассказали на третьем экономическом форуме Владимирской области. По словам председателя совета директоров «Феррера Руссия» Массимилиано Паолески, развитие сотрудничества с поставщиками на российском рынке вышло на новый уровень. Комплекс в Собинском районе Владимирской области – это не только кондитерская фабрика, но и современный логистический центр. Общая площадь предприятия – около 80 тысяч квадратных метров. Запуск российского локального производства был логическим и стратегическим шагом на пути развития «Феррера» в России. И мы сейчас, конечно, хотим еще раз подчеркнуть нашу глубокую благодарность администрации Владимирской области за то, что она приняла нас здесь, за то, что мы можем здесь комфортно работать, за открытость администрации, всегда обсуждать наши проблемы, наши идеи и вместе сотрудничать. 93% сырья и оборудования компания «Феррера» закупает в России, треть – поставщики Владимирского региона. Как итог, привлечение в область инвестиций в 240 миллионов евро. Все будем есть шоколад. Шоколад позволяет долго жить, быть в хорошем настроении. Скажем спасибо компании «Феррера». Вот. И пусть дальше работает у нас в области. Но работает компания «Феррера» в России не только в качестве бизнес-игрока. Поддержку социального проекта для усыновителей «Видеопаспорт» компания «Феррера» осуществляет уже 3 года. При содействии компании было создано 107 видеопаспортов для воспитанников детских домов Владимирского региона. 87 детей устроены в семьи и находятся на стадии оформления документов. Останавливаться на достигнутом «Феррера» не собираются. В этом году компания продолжит сотрудничество с системой «Видеопаспорт» и профинансирует еще 90 видеопаспортов детей со всей страны. Для нас очень важно, ну, искрою лестно, что компания с таким серьезным отношением к качеству, таким скрупулезным отношением к каждому этапу работ, проверив все, что мы делаем, доверила нам реализовывать желание своей социальной ответственности. Отчет о корпоративной социальной ответственности как показатель работы по взаимодействию с общественными институтами. В этом году «Феррера» презентует уже 5-й отчет. Познакомиться с ним можно на специально созданном сайте.